всегда, когда мы задавали вопрос о том, что почему такие расценки у нас высокие, нам обещали построить новую котельную вблизи поселка. Она у нас теперь недалеко тут. И расценки изменятся, но ничего не изменилось. В отопительный период пенсионеры могут обращаться в органы соцзащиты за дополнительной субсидией. То есть при расчете субсидий учитывается то, что они уже какие они выплаты получают, плюс их пенсия и разница, если она превышает определенный процент, который по закону должны оплачивать граждане, им разница компенсируется.